Здравствуйте, я Наталья Некрасова, автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины, нуля. Пледик восточный, деталь. Видите, тут все очень просто, всего три цвета участвуют. И смотрим, из каких элементов состоит наш элемент. И смотрим, из каких фрагментов состоит наша деталь. Один синий, 8 частей желтых, 1 часть голубая, 8 частей желтых, 1 часть синяя. Складывайте пополам, проверяйте. Ну, симметрию здесь сложно проверять, но детали должны быть абсолютно одинаковые. Две детали, присоединяйте их с двух сторон к почти готовому пледику и очень скоро мы уже с вами завершим его вязание. Надеюсь, что вы не пропустили ни одной части пледа. Если вы случайно его увидели, подпишитесь на наш канал, заходите на плейлист «Плед Восточный», смотрите все части по вязанию этого замечательного пледа. Вяжите вместе с нами. Ваша Наталья Некрасова.